Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гекуба. Гекуба – жена царя Трои Приама и мать большинства из его детей, среди которых Гектор, Парис, Кассандра и Поликсена. Образ Гекубы не является центральным в Илиаде, однако греческие трагедии, в особенности принадлежащие Еврипиду, позволяют узнать о судьбе Гекубы после падения Трои, гибели царя Приама и почти всех его детей. В Троянках она ведет за собой женщин, угнанных в плен. В Гекубе она видит жертвенную смерть Поликсены на могиле Ахилла и находит тело своего убитого сына Полидора. В более поздних легендах Гекуба, доведенная страданиями до безумия, превращается в собаку и бросается в Гелеспонт. В «Гамлете» Шекспира первый актер так страстно исполняет монолог жалкой царицы, что вызывает восклицание принца. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» А он рыдает. На надгробии Гектора оставила прядь волос. После взятия Трои она попала в рабство. По одной версии, при дележе она стала добычей Одиссея. По другой, ее взял Гелен и переправился с ней Херсонес. Она превратилась в собаку, и он похоронил ее на месте, называемом Киносемма. Согласно поэме Стесихора, гибель Илиона перенесена Аполлоном в Ликию. По Гигину она бросилась в море и стала собакой, когда Одиссей уводил ее в рабство. По другим версиям, либо забита камнями до смерти, ее забили камнями фракийцы, либо превратилась в собаку, и она окаменела. Ну вот так вкратце о Гекубе, жене царя Трои Приама и матери большинства из его детей, среди которых Гектор, Парис, Кассандра и Поликсена. Пока-пока, до свидания.